Официальная часть праздника – небольшая приветственная речь и возложение цветов. Бывшие студенты Константин Рагулин и Юрий Никулин встретились через 40 лет после выпуска. Они учились на кафедре электронных приборов. После окончания друзья разъехались. Один попал на Украину, второй – в Тамбовскую область. Но родной вуз всегда вспоминали тепло. Очень хорошие воспоминания. Вот сейчас сходили цветы, тортик. Нина Дмитриевна Белышева, она у нас была деканом факультета, замдекана, вернее. Мы у нее наукой занимались, я диплом писал. Она уже пожилая. Да, мы ее поздравили. У Татьяны и ее однокурсников тоже знаменательная дата – 45 лет выпуска. После работали по специальности в основном все. Ну вот так все. Проработали долго, ушли на пенсию. Так что у нас сегодня праздник. И я тоже всех поздравляю с праздником. Всех, кто закончил наш институт. В день радио выпускники по традиции собираются у РГРТУ. Приезжают из разных уголков страны, чтобы увидеть однокурсников и вспомнить студенческие годы. Еще 10 лет назад у памятника изобретателю радио Александру Попову засиживались допоздна и даже устраивали так называемый крестный ход. Сейчас этой традиции нет. Здесь встречаются, а празднуют на природе, в кафе или собираются дома у однокурсников. Дина Исляева, Игорь Клотов, телекомпания «Город».